Всем салют, меня зовут Пашка, и продолжаем играть во второй Ассасин. В прошлой серии мы по кусочкам собирали назад гильдию воров, и теперь она, походу, как восстала из колен, да, и так далее. И они подготовили для меня какое-то супер задание. Вот сейчас и узнаем, что это задание. Освободив моих братьев, ты не просто сделал доброе дело, Эцио. В будущем они тебе помогут. Если попросишь их, они пойдут за тобой. И когда у меня будет своя шайка... Отправь ее к стражникам. Твои люди поднимут шум. И путь для меня будет открыт. Именно. Мне не придется пачкать свой клинок. Это хорошо. Именно. Теперь я расскажу тебе, что делать. План Антонио полагается на обман. Мы должны сыграть роль лучников, но для этого нам нужны их доспехи. Партия таких доспехов погружена в сундуки и ждет отправки в Сета. Захвати сундуки и отбери доспехи. Когда закончишь, тебе надо будет достать лодку и пригнать ее сюда. На ней мы незаметно перевезем людей в палаццо. Считай, что готово. Обчистите сундуки, в которых находятся доспехи для Эмилио, затем укройте лодку и проплывите на ней к Уго. Окей. Обчистите три сундука. Давай посмотрим для начала, где они. Ага. Раз сундук. Два сундук, три сундука. А почему только одна из зон запретная? Точнее, даже возле одного сундука запретная зона, а возле других нет. Ну и не важно, наверное, да? Давай наверх. По крыше пойдем. Потому что тут это Венеция... Эти разломы, вода, оно немножко бывает напрягает. Так, стоп. Вот этот вот, да, сундучок, они имеют в виду, или какой, или где? Ну, будем надеяться, что этот. Так. Это. Угу, я понял. Но главное, что мы живы. Что мы здоровы. Да, походу это они его охраняют, но мы подошли с другого конца, со спины. И все нормально, нам не пришлось их трогать. Так, давай, значит, точка 2. Где находится точка 2? Находится тут на крыше, да? Блин, опять этот собор, все возле этого собора крутится. Сори. То, что и мы на него залазили и не могли залезть. То, что там и была гробница ассасинов, или это гробница тамплиеров. Теперь там тоже сундучок. Так, блин, как бы. Давай, там есть мостик, пойдем сюда. Кстати, а вот про воров. Я готов. Да, так он же сказал, что я могу их нанимать, как бы они теперь пойдут за мной. Но, походу, они нихера не пойдут. Я также их покупаю. Минуту. Нет, подожди, подожди. Так, сюда. Как мне отдать им команду, чтобы они их убили, а? После вас. Да, ага, вот так вот. Граждане республики, в связи с увеличением числа утонувших в Гранд-Канале... Ага, а что, прикольно. Они просто подошли, пихнули его, и пацаны убежали. Они их не убили, но тоже неплохо. Давай тогда еще одну группу наняли. Как-то этих воров стало слишком много по городу. Это реально немерено, до хрена. Эй, а я-то что? Смотри, куда идешь. Могу наглецов вроде тебя, который думаешь, значит без глупости, да? На улицах полно таких критиков. Все, 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 успокоились, пацаны. В личных казнях, как в старые времена. Ага. Давай, пацаны. Заставь их задуматься. Заставь их задуматься. Все, все, убежали? Все нормально? Я понимаю, что тут запретная зона. Тихо, не надо. Да, я еще не зашел на запретную зону, так что все нормально. Украдите лодку. А лодка таки в запретной зоне. Ну, я думаю, что... Как так сказать? Тихо, аккуратненько.
Нет, сюда пройти я не смогу. Значит, давай по воде мы обойдем. Я думаю, что нету смысла... Перо. Круто. Нет смысла ходить по запрещенной зоне. Проще это будет обойти вокруг. Вокруг. Заходите все, кому нужна помощь. Как это у тебя получается? Что ты? Да давай. Давай просто будем плыть. Просто будем плыть. А я не могу эту лодку, например, украсть? Та какая-то она типа специальная, а там лодка спортивная? Или что? Я не буду заплывать на запретную территорию, так аккуратненько типа ее обплыву. Стражников тут много. И походу, если мне придется их убивать. А мне походу придется их убивать. Так, ныряй. Тихо, тихо. Нет, нет, нет. Да блять, давай прыгай на... Идиот. Все нормально, нормально, нормально. Минус. Минус. Так, меня тот не видит, не видит. Значит, ты следующий. Я там не задыхаюсь, нормально все. Блять! Минус. Ныряй. Да, в прошлый раз воздуха чуток мне не хватило. Давай, где ты? Ты подойдешь? Я нашел его! Блять, не попал, да? Сука. Он мне пендаля дал, да? Да, блядь, ну ты залупаешься. Давай, ты можешь просто его вот красивенько из воды убить? Нет, не можешь. Я отправлю тебя в могилу. Угу, я понял. Ладно, нет, так нет. Давай, блядь, по-простому. Давай по старинке. Блядь, не залупай меня. Там еще, блядь, лучник этот конченый. А знаешь что, можно вообще сделать по-простому. Они ж плавать-то не умеют. И минус. Тихо, 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 тихо. Смотри. Да, блядь. Ты тихо. Вот он. Взять его. Отвали. Давай, давай. О, все. Все. Теперь спокойно можем отсюда уплывать. Ну. Отпускай. О, молодец. Как мне... Вот так вот. Блин, я забыл, как огрести шифтом. Тихо, тихо. Блять. Представляешь? Даже на воде бывают аварии. Тихо, тихо. Все, плывем, да? Раз, 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 раз. А плыть нам не так много. Я думаю, что надо будет дольше плыть. Покиньте лодку. Вот так вот, покинули. Это именно то, что нам нужно. Я сообщу Антонио о том, что ты выполнил задание. Пожалуйста. Да? Да. 2500. Так, что дальше? Если я понимаю правильно, нам надо опять к этому, к Антонио. И он нам что-то расскажет. И тогда уже начнется это серьезное задание. Потому что, ну, как бы это я не могу назвать, что это было серьезное задание. Просто лодку украсть, да, и хули. Просто подготовка к серьезному заданию. Решительный штурм. Так, подожди. Он мне еще даже ничего не рассказал, а я уже принимаю. Значит, так не было. Помогите Антонио и его ворам победить Эмилио. Пойди, пожалуйста.
Ты помог нам восстановить силы, Эцио. Мы готовы нанести удар. Просто скажи, что нужно сделать, и я все исполню. Подкрадись сверху, под покровом ночи. Эмилио расставил лучников вокруг дворца. Убей их, но только тихо. Их места займут мои люди. А как же стражники? Когда ты разберешься с лучниками, мы соберемся здесь. И все обсудим. Не сун проблема. Я разберусь с лучниками и вернусь. Значит, решено. In boca lupo. In boca lupo. Блять, не успел нажать. Да, я должен был что-то там ответить ему. Типа новогину Реда Когорта или что-то такое. Но нет. Так, а давай, знаешь что? Мне вот просто интересно. Блять, не туда опять. Сейчас, секундочку. База данных. А, нет, не база данных. А где? А вот, заговорщики. Вот остался. А, Родриго Борджиа. Это еще не тот. Вот мы сейчас мы убиваем Эмилио, а потом уже будет Родриго. Ага. То есть это еще далеко не конец. То я уже начал паниковать, думаю, блин, а вдруг это конец, да? А я не готов еще. Я думал, что еще поиграть. Нет, еще нормально. Это еще реально далеко не конец. Потому что вот тут еще даже полкарты закрыто. Я понял. О, сундучок. Норм. Что мне надо? Мне вообще было бы неплохо и известность понизить, потому что сейчас я буду убивать чуваков, он будет подниматься. А надо их убивать тихо, беспалевно. Свежая овечья моча? Серьезно? Свежая овечья моча? Блин, надо кому-то подарок купить такой. Прикинь, тебе на день рождения подарили свежую овечью мочу. Ты такой, вау, спасибо, я так давно хотел свежую овечью мочу. Приносите больных и раненых. Ой. Вам не понравилась Sorry. Мелодия? Сори. Так, это уже начинается, да? О, 5 чуваков, которых я должен убить тихо. Попробуем. Но я думаю, что тихо это что как бы тоже понятие, скажем так, растяжимое. Ага, вот он. Ты мой! Да, то есть, ну, не так уж-то и тихо, как это он думал, как я думал. Просто, короче, надо убить 5 чуваков. Вот, все. Потому что в первом ассасине там, если тебя спалили, все, ты начинаешь переигрывать заново. Тут такого нету. Спалили, да спалили. Хрен с ним. Это, кстати, правильно, потому что, блядь, просто раз это так напрягало, когда ты заново и заново переигрываешь только потому что. Потому что тебя какой-то ватечка спалил. Я убью всех. Ой, блядь. Стой, сори, 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 вот, вот так вот. Есть. Ну, мы ж не просто так тут тусуемся. Можно чуток и подзаработать. Тихо, 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 не спеши. Поговорите с Антонио. Давай, пошли поговорим. А где он? Давай поговорим только, а где он? Он сверху, может? Просто сейчас я спрыгнул, но кажется, что он сверху. Тоже не круто. Блять. Непонятно. Ой, непонятно. А, походу он снизу. Молодец, Эцио. Все идет по плану. Мои люди уже занимают места лучников. Путь во дворец открыт. Но вокруг дворца все еще ходят стражники Эмилио. Поручи моим людям отвлечь внимание стражи. Сбереги себя для других битв. А когда дело дойдет до штурма, вспомни наши уроки. Прыгай два раза, я понял.
Мы будем ждать вести от тебя. Двойным пробелом, двойной прыжок. Так. Контрольная точка достигнута. А почему ты вообще тут стоишь? Мы тут базарим про то, как захватить замок. А ты нас подслушиваешь. Это не круто. Ты знаешь, это реально не круто. Так, давай, что, по карте. Я должен тут что сделать? Цель. Там моя цель. А что я должен сделать со своей целью? И как бы зачем мне туда? Я должен там просто стражников убить, да? Ой, пацаны, простите. Я тут пройду, можно вот так вот? Вы не против? Блин, там сундучок, я бы тоже его взял, но как-то, походу, уже слишком много их взял. Надо по сюжету играть, а не сундуки собирать. Тут я, походу, могу залезть наверх, да? Или нет? Походу, да, они хотят, чтобы я залез наверх. Да. Не-а, тут я не залезу. Тут я не залезу. Падай вниз. Падай вниз, потому что тут я не залезу. А там, а тут, да, а тут я могу залезть. Блять. Ну ты не вовремя. Ты знаешь? Вообще не вовремя. Ух ты ж, они же еще в меня стреляют. Но они не попадут, я знаю. Они рукожопые, они не попадут. Хочу. Твой карточный домик рушится, Эмилио. Глупости, я все исправлю. Этот помер Шэм Антонио и его воры. Забудь. Тебе нужно опасаться не их, а ассасина. Почему? Разве он в Венеции? Он здесь уже несколько недель. Ты что, ослеп? Я был занят делом. Кто-то должен был поставить оружие нашим братьям у Флоренции. Блять, я ж тебя убил. Что вышло? Довольно упрёка. Что тебе нужно, Карло? Господин назначил нам встречу. Пока он не сбежал. Санто-Стефано. Хорошо, я приду. Если останешься жив... Почему он сбежит? Советую тебе перебраться в другое место. Во дворце Тамише для убийц. Настоящая крепость. Как скажешь. До свидания, Эмилио. Кацо, а если он прав? Эй, когда подойдет моя лодка, погрузите на нее ящики и готовьтесь к отплытию. Мне нужно найти надежное укрытие. Мы еще разберемся с ассасином. Похоже, он работает на Антонио. А это значит... Нет, я слишком много вложил в это дело. Так, значит, тут его нету, да? А где же он? Он там, да? Как мне туда попасть? Как мне туда попасть? Блять, я понял. Нет, пацаны, мы не знакомы. А вот с тобой, да. Мы знакомы. Не бойся. Я не боюсь, ассасин. Но мне жаль. Рушится единство. Стабильность. Порядок. За него пришлось дорого заплатить. Прогресс требует жертв. Мне неприятно делать это, но другого выхода нет. Покойся с миром. Ух ты. А, это мои лучники их убили? Слушай, круто. Извини, не удержались. Пойдем, откроем ворота Антонио. Пошли. Дворец захвачен, Эмилио, больше нет. И все это благодаря тебе. Иди, сорви знамена, Эмилио.
Верни то, что оно крал у народа. Скажи, Эдсо, как я могу отблагодарить тебя? Деньги мне не помешают. Это деньги? Легко. Серьезно? Он попросил денег? Что еще? У Эмилио была встреча с каким-то человеком по имени Карло, чиновником. Ты знаешь его? Карло Гримальди, член Совета Десяти. Почему ты спрашиваешь о нем? Мне нужно кое с кем встретиться. Пять штук дали, да? Блин, ну, я даже не мог подумать и предположить, что ты попросишь денег. Смотри, негр в шапочке и броне. Ну давай, прогружай меня куда-то. Бросайте деньги, нажимая «да», что я проигрываю. Да, понятно. Открылась мне вторая часть города. Как-то долго открывается. А почему я тут? Нет, серьезно, почему я тут? А где ты вообще? Ага. Так. Ну, давай. Давай тогда мы идем туда, куда они хотят. Начало фрагмента. И заодно мы тут откроем вышку. Почему тут корабль? Запретная зона. Ну, какой-то там типа военный, да? Дофига военный корабль. Вот тот вот, да? Окей. Давай поплывем на лодке. Не, ну а реально, мы же можем плавать на лодке, да? Правильно? Давай! Греби! Так, подожди, а на карте? А, на карте, да, на карте, да. Не так уж, что нам немного плыть пришлось. О, пацаны, привет. Я тебя научу, как вы. Блять, ну ты дно или что? Понятно. Понятно. Давай, хватай его. Нет, подожди, блядь. Не так, стой. Вот, отойди. Хватил его, да? Да, да, и все. Казнить. Ну не умеет чувак плавать, понимаешь? Не умеет. Пошел в стражи охранять вот Венеции. Все подряд. И так уж сложилось, что... Да, но плавать он не умел. Куда ты ползешь? Давай наверх. Как-то, блядь, вообще тут тяжело, он карабкается. Еле-еле. Блядь, давай! Серьезно? А нахера ты прыгал? Эй, слезай, немедленно! Да не-не-не-не, ты меня не видел. Успокойся. Так, вот туда, да, значит, мне надо. Тут где-то что-то есть? Походу, что что-то где-то тут есть. Граждане, после недавней кампании... Просто когда открываешь новое здание, и там типа есть как метка для... Тихо, блядь! А почему ты сюда не можешь? Ладно. Роскоши. Что я говорил? Я говорил, что... О, схватился.
что такие сообщения появляются, когда появляются, когда я нахожу здание, в котором что-то есть рядышком, там, типа, вот, загадки и так далее. Тут, походу, не так. Тут, походу, просто какое-то здание красивое, вот оно мне и всплыло, что красивое здание. Ввести стандарты для изготовления фейерверка. Где Эмилио? Я приказал ему быть здесь. Ты приказал ему? Лично? Да, лично. Мне не нравится, что ты не доверяешь мне. Мне тоже. Возможно, он прибудет с остальными. Пойдем. Кто это? Почему такой толстый? Проследите за тамплиерами, чтобы подслушать их разговор. Ну что, как дела во дворце? Совсем непросто. Моченига доверяет только своим друзьям. Я пытался подготовить кучу, да? Дать ему несколько советов, но он слушает не меня, а других. Значит, нужно постараться и войти в круг его приближенных. Си, я понимаю. Но это труднее, чем мне казалось. Отчего же, Карло? Я не знаю, просто он... Дож не доверяет мне. Чего бы вдруг? Это не моя вина. Я все время пытаюсь угодить ему. Выясняю, что он любит, преподношу ему то лучшее варенье из садов Сардинии, то самую модную одежду из Милана. То есть ты никто иной, как подхалим. Что вы задумали? Что? Как ты меня назвал? Тряпка. Льстец. Лизоблюд. Мне продолжать? Бастардо, ты не знаешь, каково это. Ты не понимаешь, как мне тяжело. О, я прекрасно тебя понимаю. Понятия не имею. Просто чиновник. А я приближенный самого Дожа. Я с ним день и ночь. А ты только мечтаешь о таком. Ты закончил? Сейчас. Едва ли. Теперь ты послушай меня. Блять. Я хотел монетки выбрать, а выбрал, блядь, бомбочку. Фак! Это было тупо. Ну это что, было тупо. Как дела реально, во дворце? Реально тупо. Совсем непросто. Моченига доверяет только своим друзьям. Я пытался подготовить почву, дать ему несколько советов, но он слушает не меня, а других. Значит, нужно постараться и войти в круг его приближенных. Си, я понимаю. Но это труднее, чем мне казалось. Отчего же, Карло? Я не знаю, просто он... Дож не доверяет мне. С чего бы вдруг? Это не моя вина. Я все время пытаюсь угодить ему. Выясняю, что он любит, преподношу ему то лучшее варенье из садов Сардинии, то самую модную одежду из Милана. То есть ты никто иной, как подхалим. Что? Как ты меня назвал? Тряпка. Льстец. Лизоблюд. Мне продолжать? Подходите, господа. Бастардо, ты не знаешь, каково это. Да. Ты не понимаешь, как мне тяжело. Но я прекрасно тебя понимаю. Примечательности города. Нет, ты понятия не имеешь. Ты просто чиновник. Веди. А я приближенный самого Дожа. Я с ним день и ночь. А ты только мечтаешь о таком. Ты закончил? Едва. Теперь ты послушай меня. Сумочки у цели. Надеюсь, что мы сможем привлечь Дожа на нашу сторону. Просто мне нужно время. Времени у нас, мягко говоря, не в избытке. Кто-нибудь видел мою выручить? Хочешь расслабиться? Ты не хотел бы немного развлечься? А? Не скажи, ты не хотел бы немного развлечься? Ну, почему вы замолчали? У меня болят ноги. Может, присядем где-нибудь под крышей? Ты знаешь место, где можно спокойно обсуждать такие дела? Угу. Походу, знает. Потому что если бы не знал, то я бы за ним бы и не шел.
Так, цыганки, цыганки, цыганочки. Ага, даже не надо цыганок. Бонжорно, кузен. Сеньор Карло. Мы думали, что Эмилио с тобой. Эмилио мертв. Что? Как? Это ассасин. Тот самый, который перебил семью Пацци. Он здесь, в Венеции. Экози, ты не знал об этом, Сильвио? Он может быть где угодно, прямо здесь, а мы не подозреваем об этом. Он убил Эмилио в его собственном дворце. И что будет с нашими планами? Время интриг прошло, братья. Мы должны действовать. Но, Марко, я так близок к цели. Еще пара дней, если я... Нет, все произойдет на этой неделе. Это как раз пару дней. Идти дальше. Разве нет? Что испанец думает об этом изменении в планах? Скоро сможешь сам его об этом спросить. Он здесь? Прибыл из Рима? Так, во-во-во-во-во, подруги, давайте. Отлично. Возможно, он сам примет решение. О чем, кузен? О том, кому из нас придутся в кузен. Да, блядь, отъебитесь отсюда. Я не знал, что это подлежит обсуждению. Мне казалось, что выбор очевиден для всех. Да, должен стать тот, кто спланировал все это дело. Тот, кто своим умом додумался, как спасти город. Практическая сметка очень важна, друг Сильвио. Но прежде нее правитель должен обладать мудростью, не забывая об этом. Кальма, кальма, Амич. Прошу, не нужно ссориться. Вы знаете, что решение принимать не вам. Совсем не факт, что... Могу пойти? Выпустите меня. ...семьи Барбариков. Да. Блять, отстань! Почему не выбрать меня? Я выполнял всю тяжелую работу. Баста! Мы подождем его прибытия. Ты уверен, что он придет? Почему он за мной ходит? Да. Сеньор, нам нужно идти быстрее. Я чувствую слежку. Нету слежки. Спасибо. Нету слежки. Мы постараемся не отставать от тебя. Это телохранитель, настоящая находка. Сколько ты платишь ему? Меньше, чем он того заслужил. У нас лучше. Парень уже дважды спас мне жизнь. А вот собеседник из него скверный. Выучишь пару нам? Уже никто не спасет меня. Довольно, хватит молоть чепуху. Вот кто это вот станет дожим, самое. Не вам решать. И, кстати, я не давал вам позволения строить планы. Простите нас, господин. Мы хотим только услужить вам. План таков. Дож Маченига умрет сегодня ночью. Как только это случится, Марко займет его место. Ви ринграцио, умилменте, маэстро. Отлично. Мессер Гримальди, ты близок к Маченигу. И потому сыграешь главную роль. Сделай все как должно, и не будешь забыт. Пойдем со мной. Крови не проливать, понимаешь? Все должны думать, что он скончался мирно и тихо. Конечно, господин. Насколько ты близок к нему? Я могу свободно гулять по дворцу. Пусть дождь не слушает моих советов, зато верит мне после не меньше, тебя, чем близкий. Отлично. Тогда я желаю, чтобы ты проник на кухню и отравил его обед. Как скажете. Марко, ты можешь быстро достать подходящий яд? Стоит обратиться к моему кузену. Он подлинный знаток ядов. Почему я не могу просто их убить сейчас, а? Вот просто. Я к вашим услугам, господин. Что ты можешь добыть для нас? Я потолкую со своими людьми на улицах. Скорее всего, я сумею достать Кантареллу. Хорошо, а что это? Блять, стражники. Обнаружить почти невозможно. Привет, мальчик. О, вабене, вабене. Ну давайте, вы сюда, на этих. А вы со мной. Будет весело.
Какой ты грубиян, порвал мне платье. Спасите несчастную девушку. Какой ты грубиян, порвал мне платье. Видишь? Вы когда-нибудь видели таких красавиц? Что скажете? Вы что, язычники? Тихо. Дорогу, может быть, вот, блядь. Не надо никому ничего докладывать. Да, блядь! Это же пацаны, которые роняют ящики, они же пиздливые. Они, если что, они сразу тебя заложат. Смотри, ходят за мной, блядь. Прошу прощения, господин, но разве это не опасно для вас? Следует ли вам настолько углубляться в детали нашего заговора? Я чувствую, что должен заняться этим лично. Пацци подвели нас во Флоренции. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Не беспокойтесь. Пацци были всего лишь кучкой глупцов. Пацци были влиятельным и уважаемым семейством, но их уничтожил один молодой ассасин. Не стоит недооценивать врага, который сейчас находится в вашем городе. Иначе барбарику разделят судьбу Пацци. Действуйте быстро и наверняка. Деля, мне пора возвращаться в Рим. Времени мало. Не подведите нас. Что я за кретин? Нужно было лучше следить за ними. Теперь только Антонио поможет мне расхлебать кашу, которую я заварил. И 3000 флоринов. Просто вот так вот нашел на улице, пока за ними ходил. Окей, почему у меня мигает розыск, я не сильно понимаю до сих пор. Я не понимаю, почему он раньше мигал, но да, неважно. Окей, думаю, что тут можно заканчивать эту серию. Всем вам тогда спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в следующей серии. И всем вам пока.